Лекторий Практис, кто вообще не знаком с нами, вот здесь на баннере есть наша группа, паблик. Мы устраиваем психологические лекции популярным языком. Вот, приходите, у нас еще большой лекторий есть, скоро будут всякие интенсивы. Вот сегодня у нас выступает Денис. Будет лекция, а потом можно будет задать вопросы. Всем добрый вечер. Прощение за задержку. Сразу расскажу, наверное, немножко о себе, немножко, ну, потом очень, в общем-то, буду говорить о теме. Тема достаточно интересная. Я с ней познакомился на практике, когда учился, вот, и работал, соответственно. То есть я закончил кафедру клинической психологии, педопсихологии МГУ. Затем я, опять же, закончил магистратуру в университете Маастрихта в Нидерландах. И один год в рамках производственной практики, как это называется, работал в США в институте по изучению жестокости, насилия и травмы в отделе по юридическим экспертизам. Ну, не совсем юридическим, экспертизы психологические, но в судебных делах. Вот отдел экспертизы в судебных делах. Собственно, если вы не возражаете, а вы сидите, собственно, у нас такая камера. Вот. Сейчас я ведущий психолог в Центре экстренной психологической помощи МЧС. С этой темой я сталкиваюсь и в текущей работе, но в контексте больше психологической травмы. А сегодня мы поговорим про общепсихологический контекст и про контекст какого-то судебного и юридического применения этих самых общепсихологических знаний. Тема достаточно противоречивая, как вы могли видеть из анонса, и не все знают ее, ну, обе, так сказать, стороны. Вот. Когда я учился в Голландии, я познакомился с одной стороной, когда я приехал практиковаться в Соединенные Штаты, я познакомился с другой ее стороной, и картину это не упростил. Поэтому начнем мы с общего представления о том, что такое ложные воспоминания, о том, как они исследовались, и вернемся к настоящему дню, что сейчас происходит в этой области. Сначала хотел спросить, сколько человек из пришедших психологи или студентов психологи? Поднимите руки, кто психолог. Это хорошо. Всего лишь два психолога. Вот. Да. Но это просто буду значно рассказывать тогда. Вот. Значит, начнем. Тогда очень в тему слайд. Общий механизм памяти, о чем будем говорить. Тут по-английски, дальше все будет по-русски. Это такая простенькая модель, в рамках которой мы будем сегодня все это обсуждать. Сначала, когда человек получает информацию, он ее каким-то образом кодирует, запоминает, она у него направляется в хранилище, там кратковременное, долговременное, каким-то образом сохраняется в голове. И потом ему требуется это все извлечь через некоторое время, когда ему эта информация нужна. Это касается любого рода информации, как процедурной памяти, то есть всяких навыков, действий и прочего, так и какой-то эпизодической памяти или семантической. Любые какие-то эпизоды, они не всегда присутствуют в нашем сознании, нам нужно совершить какое-то усилие, или нам что-то о чем-то напоминает, и мы это извлекаем. Соответственно, каждый раз, когда память извлекается, она проходит некоторый... Во-первых, она не извлекается точно так же, как она запечатлилась. Она извлекается в модифицированном виде, потому что мы не можем хранить полностью тандем информации, которая поступает нам на рецепторы, на анализаторы. Мы вынуждены какие-то преобразования проводить, вот как архивация в компьютере, что-то типа того. А потом мы какими-то алгоритмами это все извлекаем. Возможно, ошибки, неточности, упрощения. Каждый раз извлекая информацию, мы ее немножко изменяем. Консолидация – это процесс сохранения следов памяти, психики, в разуме, в голове, неважно. Реконсолидация – это когда вы снова и снова память извлекаете, память еще раз изменяется. Ну, к этому мы вернемся ближе к концу. Для начала главное запомнить, что вот эти есть три основных этапа. Так. Сначала разберем с феноменологией ложных воспоминаний, что это вообще такое. Есть два принятых определения сейчас, это широкое и узкое. Широкое определение ложных воспоминаний, что это любые ошибки памяти, которые не забывания. То есть у нас есть три типа ошибок, которые достаточно хорошо изучены в психиатрии, ну и в клинической психологии, потому что они встречаются у больных с органическим поражением мозга, с шизофренией, в каких-то острых состояниях они часто встречаются. Это
включение новой информации туда, куда, где она быть не должна, в этой конфабуляции. Когда вспоминая что-то, человек может включать элементы из других своих воспоминаний, прочитанного, услышанного, сфантазированного. Ну, забывание, понятно, оно не входит в ложные воспоминания, потому что это не воспоминания вовсе, а забывание. И искажение, это когда та или иная деталь преображается. То есть было одно, например, мы запомнили один цвет, изначально был один цвет нашего воспоминания, через некоторое время он изменился на другой. Широкое определение подразумевает, что любые конфабуляции, любые искажения являются ложными воспоминаниями. Узкое определение предполагает то, что полное ложное воспоминание – это воспоминание, которое включает в себе веру в то, что, что событие случилось, а определенное количество деталей, то есть не одна деталь, а несколько их должно быть, и высокую уверенность, что эти детали точны. То есть там нужно знать о каком-то конкретном событии, а не части этого события, верить в том, что оно произошло, и верить в то, что детали, которые мы об этом событии помним, это они точны. Это узкое определение ложных воспоминаний. Мы будем говорить о воспоминаниях в широком смысле, вот, оно же включает в себя и вот узкое определение. Коснемся всех областей. Не буду долго останавливаться на терминологии, потому что всем, наверное, знакомо ощущение, когда мы вспоминаем не то, что должны, и спорим со своими друзьями о том, что, что же было там на самом деле. Перейдем сразу к исследованиям. Исследования классические начались в 1974 году, ну, в 70-х годах, когда была придумана парадигма мисинформации. Это вот, сейчас я вам объясню, что это. Это два основных типа ложных воспоминаний, которые мы будем сегодня рассматривать. Это внушенные и спонтанные. Внушенные – те, которые возникли из-за какого-то влияния извне, будь то экспериментатор, полицейский, ваш друг, кто-то, кто сознательно или несознательно хочет вызвать у вас какое-то воспоминание. А спонтанные, которые появляются в результате влияния контекста автоматически. Говорю про внушенные ложные воспоминания. Так вот, классическое исследование в 1974 году было проведено Лофтус и Пальмер. Они просили студентов оценить скорость движущихся автомобилей, которые были сняты на видео. Звучит просто, но там была закавыка. Они проверяли гипотезу, что то, как задаются вопросы свидетелю, может влиять на то, как свидетель помнит события, или то, ну, как он от них, как минимум, рассказывает. Соответственно, им задавали вопрос. После того, как они просмотрели 7 видеозаписей с различными столкновениями, студентам задавали вопросы, часть из них спросили, как быстро двигались машины, когда они контакты, ну там, коснулись, потом ударились, столкнулись и врезались друг в друга. Ну, вот это самое английское слово, вот видите. Contacted, hit, pumped, collided и smashed. После этого их просили, ну, студенты оценивали скорость, и те, кого спрашивали с использованием слова smashed, оценивали ее как наиболее высокую, как 41 практически милю в час. И те, кому спрашивали со словом contact, там, коснулись, те оценивали ее как примерно 32 мили в час. Соответственно, объясняя результаты, исследователи пришли к двум возможным вариантам объяснения. Первый – это то, что вопросы, которые задаются испытуемым, влияют на их ответ. То есть они просто переоценивают свои воспоминания в ответе, хотя на самом деле они помнят одинаково то, что на самом деле произошло. И вторая гипотеза, второе объяснение – это то, что у них под влиянием вопросов изменилась сама память, само содержание того, что они запомнили. Чтобы проверить, что из этого правда, исследователи решили провести вторую серию экспериментов со схожим стимульным материалом. Они показали им, студентам, ну, большему уже сэмплу, уже 150 человек, а не 50, видеозапись про столкновение машин, а потом и задали им два вопроса, опять же, про скорость, используя два глагола hit и smashed, ну, столкнулись там и врезались очень сильно. И затем, через некоторое время, там, спустя неделю, спросили у них, видели ли они осколки битого стекла на видеозаписи. И, как вы можете видеть, распределение ответов, тех, кого спросили с использованием глагола smash, более сильной формы, они практически в два раза более чаще были склонны давать ответ, что да, мы видели осколки битого стекла.
Это привело следователя к мысли, что, скорее всего, изменяется именно воспоминание о событии, а не просто ответ. Это классические исследования проводимой мисинформации. В 90-х годах та же группа исследователей пошла немного дальше. Они решили, что вот хорошо, мы сейчас изменяем информацию в каких-то деталях. Возможно ли заставить человека поверить какими-то манипуляциями или какими-то другими способами в то, что какое-то воспоминание о событии полностью не соответствует действительности. Вот. Так родилась парадигма имплантации. Исследование называется «Потерянный в торговом центре» 1995 года. Собственно, 24 взрослых участника, и эксперимент проходил следующим образом. Экспериментаторы составили 4 нарратива, 4 истории, 3 из которых были взяты у родителей испытуемых. То есть они пришли, они связались с родителями, спрашивали их о детстве, выбрали несколько ярких историй, создали из них такие описания событий, и одно они придумали сами. При этом они предъявляли испытуемым эти истории, просили описать, что испытуемые чувствовали, когда переживали эти события. И в том числе среди них была вот эта 4-я ложная история, это про то, как испытуемые потерялись в торговом центре. То есть представьте, что вы испытуемые, вам говорят предъявляют 3 истории о ваших реальных событиях в жизни. Все терялись. И они специально спросили, терялись ли они в магазине, и предъявляли только тем, кто не терялся. То есть, если они действительно терялись в магазине, их абсолютно исключали. Только тем, кто не терялся в магазине, предъявляли историю о том, что они потерялись. То есть заведомо ложную историю, как минимум по данным их родителям, что они никогда не теряли их в магазине. История. И просили рассказать, что произошло. И достаточно интересно, что в четверти случаев исследователи получали достаточно подробные рассказы о том, как это действительно с ним произошло, как вот я там, мне было 5 лет, и я помню, что моя мама ушла в магазин, а я остался совсем один посреди там, не знаю, Walmart'а, и мне было очень страшно. Хотя это на самом деле не случалось. Насколько надежный родительный источник на этот счет? Да. Потому что, у него субъективно он считал, что он потерялся. Да. Но это хороший вопрос, на самом деле. Но такие исследования повторяли. Я покажу еще примеры, где используют другие парадигмы. То есть, возможно, да, возможно, так и было. Я не уверен, потому что это в четверти случаев так было, что дети терялись. Но ваше замечание учтено, и я вам покажу еще один эксперимент, где немножко другой. Использовали события. Проводилось 3 интервью, то есть это все не за день не было, это все в течение нескольких сессий. Окей. Следующее, это более новое исследование, начало 2000 года, другая группа исследователей. Называется Hot Air Balloon, воздушный шар. Здесь было веселее. Здесь они не использовали ни нарративы, они использовали фотографии, которые взяты у родителей. 3 из них были реальными детскими фотографиями событий, а 4-я была прифотошопленная из одной из реальных детских фотографий, фотография на воздушный шар. И дети не катались на воздушном шаре. Как минимум в этом, я думаю, родители, скорее всего, правы, что они знают, что они сами с детьми не катались на воздушном шаре. Также проводилось 3 интервью, и 50% рыбы это уложено в воспоминания. Как минимум они смогли какие-то детали вспомнить об этом событии и поверили в то, что оно произошло. Почему это может быть, мы с вами чуть дальше посмотрим. Что-то из более новых исследований, которые вам ответят на вопрос, допустим, окей, это все такое достаточно вероятное событие, наверняка, если будет какое-то такое жесткое и невероятное, наверное, это труднее будет. Да, отчасти труднее, но не невозможно. Вот одно из исследований исследовательской группы, которое в Маастрихте было проведено, моими преподавателями, как раз таки проверяет, насколько это возможно имплантировать какое-то заведомо невозможное событие, теоретически невозможно. 91 испытуемый ребенок, две группы, 7 и 8 одна группа, а вторая 11 и 12. То есть там было 2 возрастных группы, потому что это было важно, им было интересно, как этот тренд изменяется с возрастом. Соответственно, использовались фальшивые газетные статьи и фотографии.
то есть пролетающие летающие тарелки, над, также делались фотографии тарелки над домом ребенка. И в этом эксперименте мы не просто было интересно посмотреть, насколько реально, в принципе, имплантировать, а еще насколько субъективное представление о реальности события влияет на выработку вот этих сведений о принятии этого ложного стимула. Поэтому независимая переменная, которая манипулировалась в этом эксперименте, это сообщение ребенку о том, насколько такие случаи часты. То есть одним детям предъявлялись эти сведения и ничего не говорилось о том, насколько это часто происходит, насколько редко. А другим детям их убеждали, ну, старались убедить в том, что ну, это достаточно часто происходит со многими детьми по всему миру, то есть твой случай не исключение, просто вот так вот. А, соответственно, вот результат. А, если посмотреть на 7-8 лет, то вот 25%, где-то четверть выработали ложное воспоминание. Ну, под выработкой ложного воспоминания здесь понимается, опять же, когда ребенок начинает дорабатывать, ну, какие-то детали рассказывать о событиях. А, соответственно, если детей убеждали в том, что это достаточно частое явление, то процент повышался до 60%. А, в группе более старших детей тренд был обратный. Я думаю, я не знаю, честно говоря, с чем это связано, не помню, но мне кажется, что просто они не особо-то верили в то, что им говорят экспериментаторы, потому что в 11-12 лет прекрасно знают, что они часто, в общем-то, детей похищают. Часто. Не очень часто. Конечно. Ну да, но не так часто, да. Похищают тарелки, и, возможно, вера как-то в исследователе подробно. Тут стоит очень важный вопрос, который очень важный в исследованиях ложных воспоминаний у детей, к которому мы опять же вернемся, это то, насколько действительно дети это воспоминание инкорпорировали в себя, а не просто давали ответ, чтобы порадовать взрослых. То есть насколько это не социальный такой феномен, и это, грубо говоря, камень, о котором очень много копий разбилось, и очень многими способами исследователи пытались ответить на этот вопрос. Пару этих ответов я вам озвучу, вот, пару способов ответить. Но пока предположим, что вот это так. Окей, как это все объясняют, почему такое происходит? С общей психологической точки зрения было разработано... Ну, есть общие теории памяти, в рамках которых это тоже может быть объяснено, есть специальные. Я вам озвучу специальные в основном теории, которые были адаптированы для ложных воспоминаний. Мониторинг ресурсов предполагает, что у каждого воспоминания, как у реконструкции какого-то события, есть два источника. Первый источник – это реальные события, то есть то, что действительно произошло. А второй источник – это весь ваш внутренний опыт, который к этому событию не относится, но каким-то образом может быть с ним связан. Вот. И когда вы совершаете какую-то ошибку в памяти, это значит, что вы перепутали просто. То есть вы на самом деле вспомнили не то, что было, а то, что вы где-то еще до этого видели. В клинической практике, если кто-то знаком с таким феноменом криптомнезия, это когда больной, вместо того, что считает своей памятью то, что он прочитал в книге где-то или где-то услышал. То есть вот это такое в норме, это более стертая версия этого феномена, что вы где-то что-то слышали, вроде как подходит. Ну, эта теория просто объясняет, как это делается. Она особо предсказаний по количественным таким масштабам не дает. Следующее, мы еще рассмотрим две другие теории, помимо этих двух, которые позволяют более количественно оценить вероятность возникновения ложных воспоминаний. Вот. Трехэтапная модель, трехэтапная теория формирования воспоминаний всех, не только ложных, но в том числе ложных. Да, вот эта следственная группа очень известна, пездика и компания. Они очень, у них, да, хорошие исследования. Вот. И они в том числе предложили свою трехэтапную модель. То есть, когда вам предлагается какое-то событие, которое, по утверждению того, кто вам это предлагает, является событием вашей жизни, вы должны пройти вот три этапа. Как три этапа принятия горя, ну, переживания горя, ну, в таком маленьком формате. Вы сначала оцениваете событие как возможное, что да, наверное, такое событие действительно могло произойти вообще с кем-нибудь. Потом вы начинаете верить, что да, оно произошло со мной. И на третьем этапе вы начинаете достраивать те детали, которых вам не хватает. Вы где-то забираете из других воспоминаний и формируете у себя такой конструкт, как ложное воспоминание. Мы еще вернемся к теоретическому описанию. Но сейчас мы перейдем к второму виду ложных воспоминаний. Сейчас, напомню, мы говорили о
внушенных ложных воспоминаниях, а сейчас мы говорим о спонтанных ложных воспоминаниях, которые в нашей жизни куда более часто встречаются. И у нас будет небольшой интерактивчик. Вот. Сейчас я вам зачитаю. Сейчас найду. Даже два интерактивчика. Сколько у нас человек всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. Ну, около 20, да? Хорошо. Так, смотрите, сейчас я вам зачитаю список из 13 примерно слов. Я не буду вас потом дословно спрашивать, не надо пытаться его полностью запомнить. Если хотите, можете, но я не настаиваю. Просто внимательно слушайте, потом мы к этому вернемся. Готовы? Все? Окей. Ага, вот. Белый, мрачный, кошка, ночь, похороны, цвет, горе, голубой, смерть, чернила, дно, уголь, коричневый, серый. Окей, пока отложим. Теперь поговорим с вами о чем-то нейтральном. Все были на пляже, да, когда-нибудь в своей жизни? Есть те, кто не был на пляже никогда? Хорошо. Вспомните пляж, на котором вы были последний раз, там, в Сочи, допустим, или там в Анапе, или, не знаю, в Испании где-нибудь, в Крыму, возможно. Все вспомнили, да? Окей. Всем, кстати, видно, что на телевизоре показывают? А просто сейчас я вам покажу. Рисунок от белка. Нет. Я имею в виду вообще. Вообще все видно? Вот. Но если что, у меня еще есть на бумажном виде, если кому-то не видно то, что я сейчас покажу. Это пляж. Посмотрите внимательно на изображение. Вот давайте пустим по рядам. Жмите, пожалуйста. Да, спасибо. И вот с той стороны тоже. Просто посмотрите на рисунок. Посмотрите, передавайте дальше. Я еще есть тот, кто не посмотрел. Есть еще кто-то не видит? А вот, еще назад передайте. Видела? Нет. Если будете ссылаться на него, я дам вам чей-то материал. Вот, если кто-то все фоткает. Потому что он не мой. Сразу говорю. Я должен преподавать. Так, все посмотрели? Так, теперь возвращаем. Хорошо. Отвлечемся пока от пляжа, вернемся в нашу действительность. Список, который я вам говорил. Сейчас мы с вами будем голосовать. Это действительно, да, как правда. Я вас не буду его просить называть. Я просто буду говорить слово, а вы мне будете говорить, было оно там или нет. И поднятием рук примерно будем прикидывать, кто вот что думает. Это как бы forced choice. То есть, если вы сомневаетесь, выберите самый, вот, который вы больше душа лежит. То есть выберите какой-нибудь, да, или нет. Окей. Буду называть слова сейчас. Вы будете говорить, поднимать руки. Ключ. Кто считает, что было это слово? Никто не считает. Окей. Кошка. Угу, угу. Окей. Ночь. Угу. Стол. Угу. Воздух. Угу.
Грифель. Окей. Черный. Яблоко. Угу. Самолет. Белый. Все. Точно? Ладно. Вы очень хорошая публика, потому что я боялся, что это может не получиться. Но оно идеально. Слово черный там не было. Черный там не было. Вот, кто-то догадался. Значит, смотрите, как это работает. Может, у вас есть гипотеза, как это работает тогда? Ну, собственно, там было несколько слов из облака, связанного со словом «черный». Да. Вот. И, собственно, наверное, об этом можно было даже догадаться в процессе. Можно было, можно было. Но не все догадались. То есть кошка, ночь, какие-то много мрачных слов. Да. Много цветов. Да. Но есть и другие слова, с которыми это слово было связано, правильно? Не обязательно черный, возможно, какое-то другое. То есть белое слово, оно тоже наводило на черный. Да, в том числе, да. То есть все эти слова так или иначе ассоциативно связаны со словом черный. Эта парадигма называется... сейчас вам вернусь. Диз Рёдигер Макдермот парадигма. Используется для того, чтобы оценивать... формировать экспериментально ложные семантические воспоминания. То есть вот под широкому определению ложных воспоминаний то, что вы сейчас вспомнили большая часть из вас, а именно 14 человек, вспомнило слово «черный», хотя его там не было вообще. А с другими словами, кстати, очень хорошо справились. Вот. Хотя почему-то кошка только 3 человека вспомнила. Кошка там была, кстати. Кошка всех. А, это 3, кто не вспомнил. Все, окей. Вот. В общем... Появилось слово «черный» у большинства из вас, потому что, да, оно семантически связано. Это как раз иллюстрация того, как контекст заставляет вас порождать какие-то ассоциации с прошлого опыта. Мы вернемся к теоретическому объяснению этого феномена. Теперь вспомним о пляже опять. Теперь думаем, уже исходя из того, что мы знаем, мы научный опытом, что у нас теперь не приведешь на таких всяких семантических сетях. Думаем, что из этого было, что не было. Окей, замок из песка. Кто считает, что он был на рисунке, который вы видели? 2 человека. 3 человека. 4. Замок из песка. 4. Куличи и песочная стороне тоже сойдут. Сколько? 1, 2. Так, подождите. Ну, кто? Давайте еще раз руки поднимем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вы от того, что я вам скажу, что я вас буду ловить, не надо бояться отвечать то, что действительно знаете. Ну, помните, знаете или еще что-то. Окей, полотенце. Кто считает, что было полотенце? 1, 2, 3, 4, 4. Мяч. Кто считает, что был мяч? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ага. 9. И последний шлепанцы. Кто видел шлепанцы на ком-нибудь, где-нибудь лежащем там в углу? Нет никто? Это эксперимент для меня, потому что эти штуки обычно последовательно не дают. Я их, в принципе, обычно не даю, но последовательно не даю особенно. Вот. С этим мы справились чуть получше. По факту там... Ничего не было. Нет, там был замок из песка. Ничего другого там не было. Ни шлёпанец, ни полотенец, ни мяча там нет. Мне больше всего нравится мяч, потому что эти ребята около сетки, они ни во что не играют. Поэтому, если предъявлять вот это вне зависимости от слов, эффект будет... У вас тоже неплохой эффект? Как минимум четверть. Ну, четверть-то точно. Вот, например, на полотенце, что у нас третьем было? Полотенце? А, мяч. Вот на мяч как раз вот 40% из вас как бы повелось. Вот. Вот. То есть достаточно... То есть механизм понятен, да? Мы имеем контекст, и мы его пытаемся... Ну, и мы с помощью контекста пытаемся у человека вызвать какие-то слова. Или они появляются автоматически. То есть у меня как бы... Я не проявлял, не пытался вас ни в чем убедить, просто сам стимульный материал вызывал автоматический ответ. Это пример еще одного списка ДРМ. Все эти слова связаны... Ой, что-то там слово «сон» делал. Там должен быть «спать», извиняюсь. Это я неправильно перевел. Вот. Ну, смысл понять. Достаточно интересный, я вам хочу рассказать про современные... То есть это выглядит как смешные тесты, но на самом деле на их основе сейчас современные исследования выглядят таким образом. А поскольку нам нужно знать, как человек в реальных ситуациях запоминает, а не просто слова на листе, на основе вот этой парадигмы были разработаны такие подходы, как DRM-история.
То есть это тоже как бы вербальный материал, но он предъявляется в виде истории, в которой вставлены эти слова, а не просто в виде списка слов. Второй вариант – это диаграмма видео. Это когда показывается видео какого-то события, обычно это ограбление или ну, какое-то преступление, в котором пропущены детали. Очень интересно это, когда пропущены ключевые детали, например, оружие у грабителя. Грабят банк, вот мой преподаватель как раз сделал такое видео, инсценированное ограбление банка, они договорились с одним голландским банком, что они на ночь там у них это все снимут, вечером после закрытия. Вот они сняли это ограбление, в котором у грабителя не было оружия, у операционистки не было компьютера, и куча-куча деталей, которые были пропущены, но в итоге, когда были заданы вопросы, были эти детали или нет, большая часть людей умерла, потому что они должны там быть. Потому что как можно грабить банк без оружия, без пистолета, и как можно работать в банке, не имея перед собой монитора компьютера и самого компьютера? Да. А в этом видео был звуковой ряд, который включался да. звуки оружия? И... Нет, не было. То есть этот звук там вообще не было. То есть, был звук, то есть видео не было немым, там были звуки из серии там «Всем лежать» и прочее, оружия при этом не было. Но опять же, как можно крикнуть «Всем лежать», если у тебя нет оружия, правильно? Это что-то не так, и поэтому... Да, и поэтому люди автоматически это достраивают. Нетрудно понять значимость этих исследований, потому что наличие или отсутствие оружия является часто квалифицирующим фактором в преступлениях. То есть нападение с оружием на человека и нападение без оружия очень сильно может отразиться на преступнике в плане его срока. Который, статье, да? На статье, да, которую ему вменяют. Можно грабить банк без оружия, если он не может. Главное это делать быстро, пока не опомнит. Потому что, да, пока на первое какое-то время у вас есть еще шанс. Вот, окей. Теории, которые это объясняют. Вот моя любимая – это fuzzy trace theory, потому что она очень смешно называется. Но по факту это достаточно простая идея, очень элегантная, что каждое воспоминание оставляет два следа у нас. Это след вербатим, это буквальный, дословный след. То есть какое-то свойство ситуации, которое мы очень четко запомнили. Вот, допустим, если мы пошли там на свидание, мы запомнили там букет красных вот роз, и мы ни за что его не забудем. Какие-то вот такие яркие свойства, например, шрифт, которым была написана книга, там переплет, какие-то вот детали, которые у нас точно остались в памяти. Мы не можем запомнить все детали. То есть какие-то детали у нас запоминаются, какие-то нет. У нас также остается другой тип следов, gist по-английски, смысл. Они – это семантические следы, следы смысловые. То есть мы формируем более богатый смысловой контекст. Это именно те следы, которые позволят нам потом собрать информацию воедино. Считается, что чем старше человек становится, тем больше он оперирует смысловыми следами, тем меньше он полагается в построении своих воспоминаний, вспоминательной деятельности, тем меньше он полагается на вот эти четкие следы. Потому что за всю свою жизнь мы столько этих четких следов вспоминаем, что и со временем они тоже стираются из памяти, что вот этот, мы больше полагаемся на смысл. А как долго происходит взросление для этого? Хороший вопрос. Вот, обычно это все опора на смысл, она начинает превалировать с началом школьной деятельности, когда школьник начинает постигать вот, абстрактное запоминание информации, у него развивается речевое мышление, то есть с развитием, с прогрессом речевого мышления у них, вот сейчас этим мы вернемся к ассоциативной теории, которая, на мой взгляд, лучше объясняет этот прогресс. Ну, смотрите, то есть после 20, например, это развиваться продолжает? Я думаю, уже нет, честно говоря. Вот. Но считается, что в 20 годам уже вот эти вот когнитивные способности, которые кодируют информацию, у вас уже на месте. Если вы только сознательно не практикуетесь в каких-то мнемотехниках, допустим, тогда у вас новый автоматизм будет когнитивно появляться. Но по поводу того, как это происходит в плане тренировки. Другая теория объясняет те же самые процессы немножко другим языком, что у нас происходят автоматические ассоциативные процессы. То есть эти семантические сети, которые существуют на физическом уровне у нас в мозгу, то есть нейроны, которые, грубо говоря, активируются вот. От того, что вы вспоминаете тот или иной стимул, группы нейронов, конгломераты, там, кластеры, они также, активация распространяется, и чем старше мы становимся, тем шире у нас и тем глубже у нас эти ассоциативные сети, и тем больше вероятность, что что-то не то туда попадет, что активируется что-то, что не должно активироваться. И дети взрослые излучаются в автоматизации этого процесса. Очень интересный эксперимент был проведен. То есть, да, и у детей можно вызвать ложные воспоминания, и у взрослых. Но
если одновременно давать какие-то задачи на разделенное внимание, допустим, ребенку просить что-то писать, ну, если он может писать, или играть, какую-то выполнять задачу, и предъявлять ему вот эти задания на ложные воспоминания, у него резко падает уровень продуцирования ложных воспоминаний. У взрослого он остается таким же. А исследователь сделал вывод, что у взрослых эти процессы просто больше автоматизированы. То есть со временем, чем больше человек пытается восстановить свои воспоминания, чем больше он использует семантические, речевые, смысловую память, тем больше у него входит это в привычку, и на каком-то времени мы упираемся в эффект плато. То есть после 20 лет, я думаю, просто прироста не будет в эффекте. Вот. У детей эта деятельность сразу же дезавтоматизируется. То есть для детей вспоминание является полусознательной деятельностью. У нас оно происходит так, бам, и все. А детям приходится прикладывать усилия даже для того, чтобы вспомнить ложное воспоминание, для того, чтобы его конструировать снова. Окей. Факторы, которые влияют на вероятность образования ложных воспоминаний. Ну, то, что увеличивает вероятность их образования или уменьшает. Вероятность. Ну, вероятность субъективная, это, опять же, насколько вы оцениваете события, которые вас просят вспомнить, как вероятно. Но это мы уже обсуждаем. Валентность события – это его эмоциональная краска. Есть, условно можно разделить события на позитивные, там, нейтральные и негативные. То есть что-то плохое с вами случилось. В исследованиях достаточно интересные результаты в плане негативных событий, а именно негативные события – это то, что вызывает наибольший интерес, потому что преступление, которое происходит с жертвой, это негативные события. Увеличивается вероятность возникновения ложных воспоминаний на негативных событиях, но в то же время увеличивается вероятность точного запоминания негативного события. То есть фактически, если вы пережили негативное событие, количество деталей, которые вы сможете вспомнить точно, оно увеличивается по сравнению с позитивными событиями, но также увеличивается вероятность того, что вы где-то ошибетесь и вспомните не то. Знание сценария. Ну, знание сценариев имеется в виду, что вы знакомы с той деятельностью, о которой вас спрашивают. Допустим, вы знаете, что такое потеряться в торговом центре, не обязательно пережить это самому, но вы представляете, как это происходит. Если не знаете, что такое торговый центр, вы не сможете там, ну, представить это и так далее. То есть вам трудно будет представить это, соответственно, у вас не будет деталей, которые вы можете наполнить просто. Исполнительные функции, метакогнитивные навыки. Исполнительные функции – это ваша способность к регуляции, контролю собственного поведения, в том числе своих внутренних процессов, как тормаживание различных побочных ассоциаций, грубо говоря, дисциплины ума, так сказать. Метакогнитивные навыки – это то, насколько хорошо вы оцените свою способность вспоминать. К этому вернемся чуть позже, потому что это на самом деле достаточно важный момент. Усталость, чем вы… Ну, тут понятно, если вы истощены, вам будет труднее оттормаживать ложные ассоциации. Ну, про распределение внимания я уже сказал. И сейчас я просто скажу про то, что сейчас у нас происходит в исследованиях ложного внимания, и потом мы вернемся к моменту с метакогнитивными навыками. Разработка и модификация техник конфигурирования. Сейчас один из интересных, редких и непонятно, есть он или нет феноменов, называется Retrieval Enhanced Suggestibility. Вот, на основе вот кучи вот исследований, часть из которых я вам привел, практики, ученые, они разработали несколько протоколов для интервьюирования как взрослых, так и детей. Они например, есть такой протокол, называется когнитивное интервью. Когнитивное интервью, оно заключается в том, что когда интервьюер говорит с ребенком, он старается не навязывать никаких своих мнений насчет событий, он старается открытые вопросы, не закрытые, то есть расскажи мне, что произошло. Это открытый вопрос. А он тебя бил палкой, да? Вот это закрытый вопрос. Бил. Да. В общем, закрытый вопрос плохо, открытый вопрос хорошо. Далее различные техники в этом интервью используются, направлены на то, чтобы ребенок, чаще всего, ну и взрослый тоже, точнее вспомнил информацию. Если мы вспомним. Но тут есть очень тонкий момент. Если мы вспомним теорию вот fuzzy trace, вот теорию размытых следов, что вот есть смысловой контекст и есть вот контекст детальный. Считается, что если мы напоминаем человеку о каких-то конкретных деталях события, там, а вот какой цвет был у чего-то, мы у него спрашиваем, или расскажи мне что-то, какой запах ты ощущал. Концентрация на конкретных деталях повысит точность его ответа.
Это работает. Но когда мы задаем, ну, нам нужно знать общую информацию, когда мы задаем ему конкретный вопрос, мы, грубо говоря, апеллируем к его вот этой смысловой семантической памяти. И здесь мы можем получить определенные степени искажений. И вот как раз вот этот эффект, внушаемость, вызванная повторением, это то, что в некоторых экспериментах наблюдается при спрашивании у испытуемых общих вопросов, их воспоминания о событии становятся более лобильным, более податливым к внушению. То есть прямо противоположный эффект того, что ожидается. Это не всегда происходит, каких-то исследований происходит, каких-то нет, но это что-то, что может сильно изменить подход к интегрированию детей. Возрастные тренды формирования ложных воспоминаний — это тоже крайне важно, потому что я вам сейчас объясню, почему. Когда мы подойдем к слайду про применение знания ложных воспоминаний в судебной практике. Экологическая валидность исследования тоже очень важна. Здесь два момента, что борются, которые борются между собой. Это желание докопаться до истины и этика научных исследований. Потому что, по-хорошему, если мы хотим исследовать на то, как воспоминания формируются у тех, кто стал жертвой преступления, у детей насилия или там грабления или чего-то еще, мы должны подвергнуть их этому преступлению. Но это делать нельзя по этическим причинам, поэтому исследователи ищут обходные пути. Они делают видеозаписи этих преступлений, они могут симулировать подставные преступления на улицах, например. То есть испытуемые, вот в Голландии такие исследования в Мастерсте проводили, испытуемый приходит, подписывает согласие на участие в исследованиях, потом его отпускают. И он идет домой куда-нибудь. А на него никто не нападает, потому что это уж совсем было. Но в какой-то момент он становится свидетелем преступления. То есть кто-то у кого-то украл сумку. То есть стоит бабушка, допустим, подбежал, там грабитель выхватил сумку и убежал. Он особо не знает, когда и что произойдет, поэтому считается, что это наиболее приближенный к реальности способ. Потом уже можно применять все эти парадигмы, потом можно тестировать различные способы интервьюирования и смотреть, какой из этих способов дал лучший результат. Вот пока это наиболее экологичное исследование, которое можно придумать в лабораторных условиях. А второй подход к исследованиям – это именно смотреть на реальные судебные случаи, разбор, следственного дела, разбор деталей того, что произошло. Но здесь вторая проблема – никогда не знать, что произошло на самом деле. Потому что ты можешь быть уверен, что вот в данном случае вот это точно там ложное воспоминание, это вот там внушенность там, и так далее. А потом всплывает там ДНК-анализ или что-то еще, и оказывается, что совсем все не так. И без вот этой вот четкой знания истины, такие исследования, они имеют только умозрительный вот такой эффект. Собственно, и следующий, последний вопрос, который не особо имеет отношение к ложным воспоминаниям, так как я уже говорил, что забывание – это не ложные воспоминания, но это просто то, что сейчас изучается, как один из подвидов, я подумал, что хорошо бы вам сказать. Стоит вопрос, что проще – заставить кого-то поверить в то, что что-то было, или заставить кого-то поверить в то, что чего-то не было. Потому что в случаях сексуального насилия над детьми чаще всего тот, кто преступник, совершивший определенное нарушение, он не хочет, чтобы его раскрыли, естественно, и он совершает с ребенком определенные манипуляции, уговоры и так далее, пытаясь изменить его представление о ситуации, в том числе иногда пытаясь вот такой рефрейминг провести, что это мы там с тобой играли, я там делал не это, а вот это. И встает вопрос, насколько эти манипуляции действительно могут иметь место. В данных исследованиях очень интересный эксперимент был проведен с куклами. Это ребенка просили, ну, несколько детей, от 7, по-моему, до 10 лет, их просили проделать манипуляции с куклами вместе с экспериментатором. И потом один экспериментатор выходил из комнаты, приходил другой, проделал еще какие-то манипуляции с куклами, просил ребенка не говорить об этих манипуляциях с куклами экспериментатору и родителям. Дети не говорили. Тут стоит вопрос, что это? Это ложные воспоминания, то, что их так убедили, манипуляции, или это просто желание детей не сказать? Потом, когда их тестировали с помощью компьютера в обстановке, которая субъективно гарантировала им анонимность, их спрашивали, помнят они это или нет, и практически все дети сказали, что да, они это помнят. И при дебрифинге, когда им уже рассказали, в чем фишка эксперимента, они большей части признали, что да, они прекрасно помнили, что это не надо было делать, поэтому они не сказали.
То есть тут вопрос не может быть в воспоминаниях, а тут вопрос в том, что забыть куда сложнее, чем вспомнить что-либо, чего не было. Опять же, возвращаясь к схеме, которая была в самом начале, также реконсолидация воспоминаний сейчас вызывает очень большой интерес в контексте забывания также. Потому что эксперимент на селективную амнезию сейчас проводят, в том числе и на мышах, и на людях, когда вспоминание какого-то стимула и воздействие какое-то во время этого вспоминания, в случае мышей это там воздействие светом на определенные участки мозга, в случае взрослых это может быть интерференция какая-то, то есть подача другого стимула сразу же, это может нарушать сохранение воспоминания, и воспоминание может стираться. Сейчас это на семантических воспоминаниях. Опять же, это не ложные воспоминания, но это просто интересно. Теперь, как они применяются в суде. Я немножко расскажу о том, что я делал в Америке. В Америке я был частью команды, которая исследовала, которая занималась судебным случаем. То есть к нам в институт приходил адвокат и говорил, вот у меня есть кейс, чаще всего это было дело, связанное с делом о разводе или с делом о насилии над детьми. У нас было несколько кейсов, связанных с священниками, несколько дел, связанных с учителями, и несколько дел, связанных с насилием в семье. Ну, за то время, что я там был. Соответственно, вопрос чаще всего стоял так. Кто-то отрицал вину, то, что я ничего не делал, а дети чаще всего говорили, что вот он вот делал. И сторона защиты говорила, что это вот у них ложные воспоминания. А к нам они приходили и просили оценить, вот это ложные воспоминания или там что-то истинное тоже есть. По поводу вот этих ложных воспоминаний, это очень... Вот эти исследования, которые проводились в 70-х-90-х годах, они породили очень интересную волну в Америке и в Европе. До нас, слава богу, не докатилось, пока, как минимум. Это создание обществ. У меня там дальше слайд есть. Это, нет, это не то. А, ну вот, синдром ложных воспоминаний написано есть. False Memory Syndrome Foundation. Это такая некоммерческая организация в Америке, которая призвана вот, защищать отцов, в основном, которых несправедливо обвинили в насилии над детьми. И вот она пропагандирует то, что вот, ложные воспоминания это очень часто встречается. Вот синдром ложных воспоминаний это когда у вас настолько вот. Ложные воспоминания мешают вашей жизни, что это прямо уже как болезнь. И что часто от этого страдают вот дети и там, или там жены, и они обвиняют отцов и мужей. На самом деле это все ерунда, потому что вот были исследования, которые показали, что это вот так вот работает. И когда я приехал весь такой оптимистичный по поводу ложных воспоминаний в Америку и сказал, вот эксперимент, ложные воспоминания, на меня посмотрели как вот... Они очень не любят там это слово, к минимум в том институте, где я работал, потому что у них оно ассоциируется вот с этим институтом, который защищает без разбору всех, кто подвергается этим обвинениям, там педофилов и не педофилов и так далее. В общем, не очень хорошая у них репутация, и исходя из этого вот общественного движения, скажем так, у слова вот, «ложные воспоминания» родились не очень хорошие коннотации, особенно в Америке. Госпожа Лофтус, которая проводила эксперименты, вот, которые классические, которые мы рассматривали в самом начале, она тоже не обошла стороной все эти дебаты. На нее были поданы многочисленные этические жалобы. Она участвовала в не очень таких красивых кейсах. И также, когда ее оппоненты, грубо говоря, научно опубликовали исследование одного из случаев ложных воспоминаний, она наняла частного следователя, частного детектива, чтобы он этот случай расследовал, то есть расследовал испытуемую, которая была в этом случае описана. Тоже достаточно такой спорный с этической точки зрения момент. Ее в итоге не осудили за это, оправдали, но все равно сам факт того, что вот эти моменты случались в Америке, показывает, что это достаточно важная тема. Потому что в Америке адвокатура и все вот эти вот легальные вещи, они очень-очень-очень прибыльные. Скажем так, для примера, в моем институте директор института, он за свои за дачу показаний в суде, стандартный как бы счет, который он выставлял, это $1000 в час. То есть за один поход в суд, там четырехчасовой, институт получал... Он тут как бы не напрямую в карман директора шла, шла счет института, но по факту это $4000. За один час моей работы институт выставлял счет $100. То есть анализ записи, если я час по всей делу прочитал файлы, вот так вот там, писал заметочки, это $100 клиенту. Шло. Обычно
эти дела оплачивали адвокатские конторы крупные. Когда они видели, что дело хорошее, если это дело в гражданском суде, можно отсудить компенсацию, они оплачивали из своего кармана услуги экспертов в надежде, что потом, когда они выиграют это дело, это все окупится. Поскольку в Америке очень распространено, не во всех штатах есть, но в большинстве есть, так называемый punitive damages, то есть когда у вас есть компенсация за какой-то гражданский проступок, там, причинение вреда кому-нибудь, эту компенсацию морального вреда могут быть включены не только сама компенсация, но вот эти punitive damages, это еще сверху там несколько тысяч, сотен, там, или может доходить, чтобы неповадно просто было. То есть вот, например, вот 100 тысяч компенсации морального вреда и еще 300 сверху, чтобы неповадно было в следующий раз так делать. Вот. Обычно такая, в разных штатах есть разный лимит на это. В Калифорнии, по-моему, не больше 75% от присужденного морального вреда. В каких-то штатах лимитов нет, еще зависит от случая. Но, в общем, смысл в том, что вот эти вот безоблачные суммы, о которых вы слышали по телевизору, они являются основной пищей адвокатов. И особенно, если это дела против организаций, школ и церквей, они очень жестко там прессуют. И вот идет война экспертов. И поэтому всякие общества, и поэтому эксперты там очень ценятся. Особенно те эксперты, которые будут говорить то, что адвокату нужно. Но за это можно лишиться лицензии, если вас на этом поймают. Что вы не на данных на своих основываете, а ну, работу, а на каких-то вот таких финансовых предпочтениях, скажем так. Поэтому это очень этически спорный момент, и исследований очень много, и часто они противоречат друг другу, поэтому это создает такое пространство для маневра не очень часто на руку психологу и адвокату. Поэтому здесь упомянула детская память, что это одно из самых важных моментов, потому что там можно интерпретировать исследование так, как захочется, и главное не доказать правду и не показать, что вот наука у нас вот такая, а главное убедить судью в своем деле. Окей. Рекомендации двум психологам, которым здесь есть, трем. Вот, если вы психолог-эксперт, работаете с делами, связанными с... Ну, возможно, вы не психолог теперь в суде, но вы, возможно, вас будут просить выступать как свидетелю или как эксперту, допустим, у вас ребенок лечился, если вы там клинический психолог, или вы консультировали там родителей. И вам в рамках дела вас попросили выступить в суде с какими-то своими данными. А это очень, в Америке это очень часто происходит, в России тоже бывает. Вот. Вам нужно помнить об экспертной роли, если вы эксперт. Если вы, соответственно, лечите ребенка, вам нужно помнить о своей роли, как его... Ну, не врача, но как его психолога, специалиста, когда приедет здоровье ребенка. Вам нужно постоянно повышать свою квалификацию. В первую очередь касается зарубежной литературы, то, что в России практически ничего вот этого нет. Все, что я вам рассказывал, эксклюзивно основано на зарубежных источниках. У нас есть некоторые исследователи, которые этим занимаются, но их очень маленькое количество, и исследований очень мало. Ну, знать исследования понятно. Теория и эксперименты всегда имеют свои ограничения, которые нужно помнить. Вот. И да. То, что если вы эксперт, вам не нужно оценивать моральную сторону дела, потому что это может повредить вашей объективности. У нас были такие специалисты в институте, которые очень вот родили за детей. Мы тоже родили за детей, но это не мешало нам писать наши отчеты объективно, стараться как минимум. Некоторым специалистам мешало. Потому что они считали вот моральным преступлением каким-то осветить другую сторону дела, с другой стороны. Потому что если вот насилие над ребенком, то вот папа сразу не прав, и надо вот не рассматривать его сторону вообще, то что по умолчанию он не прав. Это не профессионально. Вот. Ну и про профессиональную этику и исследовать, и это тоже важно, потому что не надо быть вот таким продажным психологом, который вам сейчас рассказывает. Окей. Вопросы? Да. Вот когда детям вкладывали ложные воспоминания, например, про НЛО, и им потом говорили, что это было ложное воспоминание, да. И как они реагировали? Да, тут очень интересный момент, и вы сейчас затронули целую такую новую, целую отдельную, скажем так, зону изучения ложных воспоминаний, так называемые non-believed memories, это воспоминания, которые у нас есть, но в которые мы не верим. И они рождаются часто в процессе вот этих дебрифингов. То есть ребенка после того, как этот эксперимент прошел, естественно, его вызывали к исследователю, он ему рассказывает, вот, мы тут там, ну вот, специально это сделали, там, прости нас. И, в общем, вот так. На самом деле этого не было. И многих детей, ну, не многих детей, у некоторых детей, там, по-моему, 10% случаев, у некоторых взрослых, ну, в большинстве случаев они говорят, окей, я понял, этого не было, но у многих остается вот этот образ в голове, и они говорят, я знаю, что этого не было, но я не могу перестать это помнить.
Вот это очень интересный момент, потому что вот такой эффект отторжения как бы причастности, а вот то, что есть воспоминания, но они как бы не мои, но они как бы есть, он часто и в клинике бывает, и он часто случается и с обычными воспоминаниями. То есть это не обязательно ложные воспоминания, эксклюзивно, просто в такой ситуации, когда тебе прямо говорят, что извини, этого не было, и вот те доказательства, это иногда возникает. Ну, в общем, да. Дебрифинг обязательно, ребенка убеждают, что это не произошло, но возникает иногда побочный эффект. Это да, такой тонкий вопрос. Вот. Но поэтому стараются выбирать вот эти события, которые не должны вызвать какую-то сильную травму. Кстати, достаточно интересный момент. Я забыл упомянуть про вот метод когнитивные вещи, я хотел сказать. Это про отдельный вид ложных воспоминаний, ну, не всегда ложных, иногда истинных. Это восстановленные воспоминания, когда вот взрослый человек какое-то время вспоминает, что его в детстве, ну, с ним что-то делали, и что-то вспоминает из детства. Это тоже очень такая распространенная тема, и в которой тоже очень много вот таких белых пятен. И часть исследований полагает, что это, на самом деле люди не забывают, что с ним было в детстве, просто они забыли, что они вспоминали это вот, вот некоторое время назад. Вот, в том числе те же проблемы с метакогницией случаются у тех, кто вот верит в прошлой жизни, то есть переживал прошлую жизнь. Тоже определенные феномены памяти у этих людей выражены больше. Они более склонны формировать вот конфабуляции, более склонны делать метакогнитивные вот такие ошибки. И понятно, ответил. Ну и сказал что-то еще. Вот. Еще вопросы есть? Были ли попытки, ну, меня просто интересует эта тема в связи с трансовыми техниками. Я просто некоторое время занимался там гиперамнезией, наведенной амнезией. Вот у меня в связи с этим постоянно возникают вопросы, когда я слышу про судебных гипнотизеров, даже не судебных, а понятно, что это на стадии там на ОРД происходит, это в стадии оперативно-розыскной деятельности, и потом начинают там он в процессе сеанса с гипнотизером что-то там вспоминает, и потом он в суде начинает об этом рассказывать. Есть ли как это в первом мире идея о том, что так делать нельзя вообще? Есть. Она есть, и так делать нельзя. Это считается сейчас общепринятой практикой, потому что как раз эти восстановленные воспоминания, о которых я говорил, исследования, ну, трансовые техники, техники психоаналитические, когда не обязательно хай-транс, но поощряется такое интерпретативное путешествие к предыдущим воспоминаниям, они склонны у людей вызывать вот такое реконструирование воспоминаний. У людей с проблемами с метакогницией, которые часто не могут, ну и с проблемами с мониторингом ресурсов, у них часто возникает, что ощущение истинности воспоминаний, которые в трансе, возможно, наведенные. И считается сейчас очень плохой практикой использовать трансовые техники в первом мире, потому что этот кейс потом в суде отфутболит. Потому что если эти показания были вызваны гипнозом, под гипнозом или при длительной терапии, они не являются спонтанными, вполне вероятно, что они являются внушенными. Но для этого его не отфутболят просто так, скажем так, просто из-за факта транса. Они возьмут протоколы. Если в протоколах, допустим, вот, трансового или там психотерапевтических сеансов, если там будет точно сказано, что мы там с ним, допустим, не о насилии над детьми говорили, а мы просто вот там в какое-нибудь безопасное место там уходили и наслаждались ромашками, а он вдруг вспомнил про насилие. Вот это один случай. А когда вот целенаправленно ищут эти воспоминания, в конце концов находят, вот это не считается за такую хорошую практику. Вот. Так что да, трансовые методы не используют. А вот именно в оперативно-розыскной используют когнитивное интервью, используют какие-то другие методы, не связанные с трансом. Во избежание вот таких вот феноменов. Вот. Да. Да, вы, кажется, упоминали, что воспоминания перестраиваются каждый раз, когда мозг к нему обращается. Означает ли это, что чем больше человеку... Чем более многократно человек пытается вспомнить что-то, тем больше вероятность возникновения ошибок. Я бы вот... Тут нужен баланс выбрать. То есть, если вы в какой-то момент... Вы можете провести мысленный эксперимент. Если вы каждый день о чем-то вспоминаете, это воспоминание со временем, оно кристаллизуется у вас. То есть, оно становится таким... Это часто бывает, например, если пойти к следователю, и вас опрашивает следователь по поводу того, что вы видели преступление какое-то. Допустим, соседа ограбили. У вас один следователь спросит, у вас одна история, у вас другой следователь спросит, у вас чуть она изменилась. Но если вас спросят 10 следователей, вот 7, 8, 9 и 10, они услышат примерно одинаково.
То есть, скажем так, это работает до определенного предела. То есть, в первые несколько раз она у вас такая... Но при этом вот финальная история не всегда совпадает с тем, что было. Да, финальная история не всегда. То есть, чаще всего при многократном повторении истории она как бы шаблонируется и превращается в такой стандартный сценарий, который вы всем рассказываете и одинаково. Но вот в первые моменты она, грубо говоря, так в таком расшатанном режиме, особенно если большой временной промежуток между ними, между воспроизведениями. То есть, если вы вспоминаете там регулярно, но редко, там два раза в, ну, год, да, в год, допустим, да, то, естественно, вероятно, сколько больше. Спасибо. Не знаю, комментарий. У меня есть история из моей реальной жизни, которую я, ну, она там такая полукриминальная, о том, как меня пытались ограбить, и как я лихо из этой ситуации вышел. Вот, я эту историю очень люблю рассказывать, и, ну, поскольку я, в принципе, люблю рассказывать, иногда хочется рассказать что-нибудь лучше, и это было там лет 15-20 назад, я ее рассказал уже там, наверное, ну, там, раз 50. Недавно я осознал, что я не помню, какая часть из этой истории была выдумана, а какая часть из этой истории была на самом деле. То есть там она обросла большим количеством деталей. То есть про некоторые из них я помню, ну да, наверное, это я придумал, но это, там, она все равно лучше от этого звучит. Вот. Но про некоторые детали я не абсолютно уверен, что вот... Так это было на самом деле или нет? Прекрасная иллюстрация, как раз, да, ошибок вот этого мониторинга ресурсов. Наверняка есть детали, про которые мы уверены, что она была на самом деле, но на самом деле не было. Ну, не знаю, возможно. Возможно, но никак не проверишь. Да. Здесь есть поклонник Южного парка, кстати, такой вопрос. Вот есть такая серия про вот шутку про рыбные палочки. Вот если кто не смотрел, кто не поклонник, посмотрите, потому что она прекрасно иллюстрирует образование вот ложных воспоминаний на таких нарциссических фантазиях, на приукрашивании. Там прям вот прогресс этой памяти идет. Ну, естественно, гиперполизированная версия, я уверен, что у вас не так. Но в целом это очень хорошая иллюстрация. Вот. Еще вопросы есть? Mm-hmm. А вообще обычная тренировка памяти, она как-то уменьшает вероятность возникновения ложных воспоминаний? Нет. А, это способ. Честно говоря, если есть, то я их не знаю. Просто обычно тренировка памяти, она основана на усилении, скажем так, на образовании большего контекста информации. Вот мемотехники, они в основном основаны на том, что вы информацию в какой-то контекст засовываете. Если эта информация не имеет смысла, там, то есть номера телефонов или предметы, то тренировка памяти улучшит точность. Потому что вы как бы ориентируетесь на вот эти вот вербатимы, буквально скажу. Но если вы пытаетесь запомнить смысловую информацию, то скорее всего ошибки вот как были, так и останутся. Просто запомните больше объем информации с определенным таким же уровнем ошибок. То есть, по моим представлениям, да, тренировка памяти увеличивает объем, но ошибки от ошибок не гарантирует. То есть какая, от ошибок может гарантировать какая-то гигиена запоминания. То есть если вы просматриваете материал повторно, у вас есть систематический способ от этих ошибок избавиться, тогда да. Если это просто ментальные техники, тогда сомневаюсь. Вот. Еще вопросы? Да. А как ты изучаешь эти феномены на людях, типа Соломона Чернышевского, или людей прям с изумительной памятью? А, ложные воспоминания на вот этих, на гиперменестиках? Хороший вопрос, по-моему, нет. Как минимум, я не знаю. Но это очень хороший вопрос, я посмотрю, потому что мне вот действительно было бы интересно. Как я понимаю, насколько вот я знаю эти случаи, у них мало ошибок было. Поскольку они вот как раз использовали, ну, у них определенные физиологические вот аспекты есть, но интересно. По той теории двух следов, да, если у них именно вещь о фотографической памяти, то она вся должна идти не на смысловую, а на детали. Да, но у них еще... И тогда ложных воспоминаний быть не должно. Да, да, но они еще использовали, они не только на фотографическую память надеялись, они также использовали мемотехники. Вот здесь, да, где вот... Это полностью осознанный процесс. Да. Но у них он очень быстро происходит. Поэтому тут это очень интересный вопрос. И если есть какие-то живые гиперменестики, наверное, надо посмотреть, потому что у них проводили. Вот. Но да, не могу ответить. Но спасибо за вопрос. Можно еще один философский? Да. Знаю, что память это конструктивно, что ложные воспоминания, и все остальное, сколько чего можно доверять человеку, его мнению о себе, своей личности. Да.
что там, призрак доспехов, вспомнить все, вот это все, оттуда. Это, не знаю, я думаю, что выбора у нас особого нет в данном случае. Вот, тут как бы можно спекулировать, что до определенного предела, скажем так, можно доверять. И нужно оставлять какую-то долю скептицизма, потому что даже себе доверять полностью, наверное, не стоит. Особенно, если знаешь, что что-то из того, что помнишь, оно не то. Вот. В общем, доверяй, но проверяй. Вот это, что... Я не юрист, но насколько мне известно, в большинстве судебных систем свидетельские показания ставятся выше всех остальных тестов. Нет, я бы сказал наоборот. Например, есть объективные тесты типа ДНК и прочего. Другое дело, что чаще всего во многих случаях кроме них ничего нет. Кроме свидетельских показаний, нет никакой возможности проверить, а вы решение выносить надо. В случае с насилием над детьми, допустим, про которые я постоянно напоминаю, это очень важный момент, потому что часто бывает, что это показания ребенка, они как минимум решающие. Да? Но если есть ДНК, допустим, в этом случае, вот что извлекли там ДНК предполагаемого преступника из ребенка, то тут никто уже ребенка не слушает, тут понятно, что произошло. Уже не важно, что он там говорит, у нас есть объективные данные. Вот. Так что есть определенный как бы, да, уровень доказательств, но там ДНК, дактилоскопия, где-то там внизу почерковеческие экспертизы. Вот. И юрист отвечу. На самом деле идея о предустановленной силе доказательств это дремучая древняя история, которая, в общем-то, сейчас всеми правовыми системами современными, даже нашей, в том числе, она отвергнута. Вот. Но, тем не менее, действительно на практике, как правило, показаниям словесным им дается меньше силы, просто потому что там, руководствуясь своей житейской мудростью, судья, он им доверяет меньше. Ну, если это не показания людей в погонах, которым он доверяет по некоторым особенностям нашей системы больше. Особенно, если есть мотив врать, а у людей в погонах мотив врать нет. Разумеется, нет причин не доверять. Да. Если вспомнить вот голландский эксперимент, про который вы говорили, с ненастоящим ограблением. Вот, и перенести его на вот тот момент, когда человек не мог забыть того, чего не было. Вот если человеку показать, допустим, видеозапись того, что грабили не его, вот, полное доказательство, да, того, что этого не было. То есть сбрасывается в итоге. А тут происходит ресет. Если показать запись, что грабили не его, а потом. Да. Ну тут я думаю. Или все равно какой-то правда. В данном случае это воспоминание это было истинное, вот в чем проблема. Но вот какие-то детали, если. Просто тут фишка в том, что в этом видео провоцировалось воспоминание на детали. То есть сам истинность самого события она не вызывала сомнений. То есть человеку куда проще убедить, что какие-то детали он неправильно запомнил, потому что мы все так всегда делаем. А вот именно вот эти сильные non-belief memories, о которых я говорил до этого, они возникают, когда целое событие имплантируется. С этим сложнее. С деталями, я думаю, проблем никаких не возникнет. А вот если вот мы убедили его в том, без всякой видеозаписи, в том, что вот он стал свидетелем, и потом говорим, знаешь, чувак, мы пошутили, он говорит, я все равно это помню, с этим это уже проблема, да. Вот. То есть это не удаляется, даже если есть доказательная база? Это может не удаляться. В некоторых случаях воспоминания остаются. То есть то, что вы себе реконструировали, оно может с вами остаться. Вы можете в это не верить, но вы можете это помнить. Я не знаю. Со снами часто такое бывает. Хотя сны, в принципе, реально. Ну да, не очень удачный пример. Ну, в общем, да, поскольку вы фактически в уме это пережили, у вас это остается, но у вас есть чувство того, ну, вы поверили в то, что это не было. Воспоминания-то там. То же самое может с реальным воспоминанием быть. Что у вас есть какое-то воспоминание об отпуске или о чем-то еще, но вы почему-то думаете, что оно не случилось. Редкий феномен, но бывает. Вот в таких экспериментах, как я уже говорил, процентов 10 случаев, когда они сохраняют такие стойкие такие конгломераты ассоциаций и ну, субъективно его переживают, хотя знают, что это нет. Да. У меня есть абсолютно реальное детское воспоминание о том, как я летал наяву по своей квартире. Я, в общем-то, наверное, понимаю, что его нет, но мне очень хорошо иметь это воспоминание. Вот, да, вполне себе.
Вот, да, это хорошая иллюстрация. Вот, да. Я прекрасно понимаю, что вряд ли это там вероятно случалось, но вот но я рад тому, что оно есть. Да. Наверняка, если покопать, наверняка есть какие-то детские воспоминания, особенно ранние, которые вот уверены, что было именно так, но если вы поспрашиваете родителей, они скажут, что ничего, тут такого в жизни не было, не то, что кого-то есть. Но это что-то вот из этой серии, да. Так, еще вопросы? Ну, а походу вопрос нет. Все? Да, заканчиваем. Приятная публика. Хорошо вспоминаете то, чего не было.